«Прошу извинения», — сказал инспектор Варники, войдя в квартиру супругов Нагель. «Примерно 20 минут тому назад я проходил мимо вашего дома, как вдруг на голову вот этого вот гражданина упал горшок с цветком. Мы не смогли прийти к вам сразу же, так как я вместе с пострадавшим отправился в больницу, где мы сделали вот эту вот несчастную перевязку. Но я заметил, что горшок вылетел из вашего окна». Лицо хозяина квартиры залилось легким румянцем. «Нет, вы ошибаетесь, инспектор. Этого не могло произойти. У нас окна были закрыты. Да и сами мы только что вернулись домой, буквально за минуту до вашего прихода». «Дома вы находитесь уже давно, и для вас будет лучше, если вы тут же на месте уплатите пострадавшему штраф», — заметил инспектор Варники после некоторого размышления. Почему инспектор Варники пришел к такому выводу? Инспектор Варники заметил на кухне кипящую кастрюлю. За одну минуту вода в кастрюле не могла бы вскипеть.